Ребята, всем доброго времени суток! С вами по-прежнему Оверифония, мы продолжаем наши замечательные приключения в игрушке под названием Scrap Mechanic! Всем привет, ребята! Ну что ж, друзья, сегодня у нас будут вновь челленджи, друзья, и челлендж у нас сегодня интересный. Мы с Андреем сейчас находимся, друзья, в какой-то ванной комнате, да, делаем свои грязные делишки, теперь пойдем помоемся. Да. В общем, нет, я уже как взрослый, я могу без уточек, братан. Да. В общем, друзья, мы находимся вот в такой вот комнате, и наша главная задача сегодня выбраться. Это у нас эскейп-побег, то есть мы с Андрюхой будем разгадывать различные головоломки, решать различные задачи, и в конце концов мы должны, в общем, ребят, выбраться непонятно откуда. Мы, я надеюсь, узнаем, да, где мы с тобой находимся. Это будет круто. Пойдем посмотрим. Ну что ж, я надеюсь, ребят, вы поставили большой палец вверх. Андрюх, ты как, братан, готов идти в бой? Готов разгадывать? Братишка. Ну, открывай тогда дверь и погнали. Я давай. Готов. Поехали, пошел отчет. А что это такое? Тут есть налево, есть направо. Я не знаю, это какие-то лабиринты. Слушай, у тебя глаза не болят такое? Немножко, братан? Как будто, такой, знаешь, такая рябь такая. Слушай, да, 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 да. А что там делать? Пойдем тогда направо посмотрим. Сторону. В общем, друзья, уже интересно начинается у нас челлендж. Ничего не понятно, куда мы бежим, что мы делаем. Да. Офигеть, братан, может быть. О, тут ящик. О, тут есть это, молот. Ты не против, братан, если я возьму молот? Или против? Бери молот. Или против? Кто тут против? Кто сказал? Ну, проходи, братан, давай. А, как ты прошел? Я хотел двери. Я хотел в двери тебя это оставить. Соль тоже забрал, потому что я видел на мгновение книжку. Не, я поменял местами, а потом забрал, да, книгу свою. Слышь, ты, воришка, хотел книжку. О, смотри, все, он ломается, да. Теперь мы можем сделать... Ну, мне кажется, мы могли с рук поломать нас там. Не, кабанчик, не пролазишь. Да я хотел опять тебе это, короче, поставить блок, но... Блок? Офигеть, куда мы постоянно с тобой попадаем, Андрюх? У нас что, не челлендж, что мы в каких-то загадочных местах? Я нажал вот кнопку, написано welcome, но никто нам не рад, и дверь, друзья, не открыл. Она дергается, кстати, когда ты... А, да? А может быть, нам потом и туда. Ты можешь открыть? Не, ну я бью, погоди. Нет, она не открывается. Там что-то есть, ну давай пробежим дальше, посмотрим. Там просто дверь еще. Смотри, ехит. Ехит! Ехит, братишка! Ехит! Не работает! Нет! О, есть дверь! Я нажал, братан. И что-то произошло? Или нет? Слушай, там... Может, ты... А, это дверь. А, ну все. Вот, как раз там и туда нам и надо было, братан. Погнали. Do not enter. Do not enter. А я пойду. Туда зайти. Да, конечно. Так может быть, кнопки. Так это паркур какой-то челлендж, бро. Как оба тебе паркур. Такое? Я не знаю, какие-то склады, я друзья, загадочные. Паркур, я все-таки пытаюсь, братан, еще понять, где мы с тобой находимся. Пока что я не понимаю. Вообще. НЛО. Я не знаю, ребят, может это какая-то космическая станция, братан? А может космическая станция? Вау, точняк, друзья. Напишите свои варианты в комментариях, как вы думаете, где мы находимся. Да. Но пока что с Андрюхой, мне кажется, мы выбираемся из космической станции. Да, и видишь знаки предупреждающие, типа, тут вас ждет смерть там, да, типа, не, ну, аккуратно. Не, нужна, нам как бы нужно выбираться. Да, поэтому, братан, давай-ка мы не будем задерживаться и просто посидим вот с тобой. Давай, не будем. А смотри, кресел так много, возможно, мы тут не одни с тобой, братан. Может, мы тут не одни с тобой? А, кстати, давай-ка, погоди, это ломает. Это ломается, давай сломаем. Все сломаем, как вандалы. А может быть, братан, может быть, кстати. По-моему, нам вообще и сюда и надо, бро. Или... Заветная кнопка, брат. О, и дверь открыла. А, и дверь открыла. О, май, братишка, что мы с тобой тут делаем? Смотри, конусы, мы что тут будем проходить змей какую-нибудь там? А, да, про вас давать, понятно. Не, братан, я тебя хочу расстроить, точнее обрадовать. Я открыл дверь. Офигеть, это точно космическая станция. Это точно, друзья, космическая станция, потому что здесь собирают, как я понял, космические корабли, братан. Ну вот видишь, топливо какое-нибудь. Я не знаю, как интересно, друзья. Просто у нас тут две двери, и одна открылась, брат. А вторая смотри, нет. А вторая что? А вторая не работает. Влияет, я не знаю, а может быть тут надо двигатели как-то нам взять? Подойди, сенсор что ли там? А какая открылась? Я не знаю. Я зашел. Тут кнопка. Я тебя нажал. Я не знаю, что, куда нам. Похоже на лифт, ну что, поехали? А, тихо. А, посмотри, тут стоп. Можно... А тут что такое? О, май. Я не знаю. А что в той комнате, братан, вообще находится? Ну, я хочу туда.
Давай посмотрим. Тихо. Братик. А, лестница наверх какая-то. Лестница. О, еще кнопку нажал, братан, какую-то я. Ну, она была, кстати, нажата. Да, она... Да, теперь выключить надо. И вижу паркур, братан. Наверху кнопка. Я вижу еще кнопку наверху. О, я ее нажал. Я слайфхасил. Знаешь что? Короче, я прыгнул, нажал кнопку. А это типа чекпоинт, как я понял. Смотри, мы... Давай я попробую пройти честно. То есть, короче, мы, ребят, вот так вот прыгаем. По вот этим штучкам прыгаем, прыгаем. Вот сюда потом. Потом вот сюда я нажимаю эту кнопку, и она ведет вниз, потому что это чекпоинт. Мы с лайфхачили с Андрюхой. Ну, давай попробуем пройти, братан. Я надеюсь, у тебя все получится. Ну, слушайте, друзья, лайк за лайфхаки. Лайк просто за лайфхаки. Тут без шифта я просто прыгаю, братан. И вроде как, по-моему, я сейчас с первого раза это все пройду. Я, конечно, не хочу загадывать вперед, но я прошел. Давай. Давай, Андроид! Финишная прямая! Андроидный коллайдер В смысле? На последний, брат! На последний ты упал! Победа была! Просто, друзья, офигеть! На последний! Сейчас главное не психовать. Давай, братан, давай. На позитиве, на позитиве. Не, братан, а чё, да угар? Сейчас вообще, друзья, не пройдем никогда. Андрюха не запрыгнет. И вот это будет кек вообще. Я уже на пути. Слышь, я теперь сам не могу запрыгнуть, братан. Вот это карма тебя. Я теперь, ты прошел? А я здесь, братиш. Погоди меня, я теперь сам не могу пройти. Карма сглобила. Кинул он фоник. Господи, как угарно, ребят. Не, сейчас пройду, брат. Не, ты сейчас уже заберешь. Хотя вот как бы упал здесь. Отстань, я думал, ты меня сейчас столкнешь. Погнали, ладно, дальше. Офигеть, друзья, угарный челлендж. Я нажимаю кнопку. Это что такое? Знаешь что? Знаете что, друзья? Я, в общем, расстроился, знаешь почему? Даже если нам нужно просто активировать все кнопки, то сколько мы будем их нажимать, да. А теперь представь, что здесь есть комбинация. Смотри, а тут какая-то, может, подсказка. Я не знаю. А теперь вот представь, братан, если тут нужно нажать определенные. Но для начала давай просто все, наверное, нажмем. Да, все нажмем, короче. Офигеть, друзья, вот кто самый крутой, ребят, в комментариях напишите, сколько здесь всего кнопок. Вот если вы это напишите, и все почитайте правильно, вы нереальный красавчик. Просто, я не знаю, это очень сложно, мне кажется, но это будет круто, друзья. Поэтому, если у вас есть желание, в принципе, лишняя минутка, либо полчаса, то можете посчитать. Хотя, знаешь, как считается? Очень легко. Вдоль, поперек и умножается. Вдоль и все, и умножается. Да. Кстати, вот вам лайфхак, ребят. Я, кстати, тоже о дроби, братан. Это ж вообще жесть. Дроби. Сверху открылась эта штука. Сверху открылась. О, радио. О, май. Надо было послушать, давай послушаем. А я не знаю, братан. Выключи, включи. А, погоди, стоп. А может, нам нужно просто вверх и залезть теперь? Смотри, акула из Рафта. Кстати, да. Кстати, да. Лайк, если понял, и да, у нас, ребят, недавно Рафт был. Это чисто отсылочка такая. Смотрите, смотрите, обязательно. Погоди, а нам, походу, реально... Тут, между прочим, по ней ползут. А, так так и надо. Так так и надо, братан. Мини-паркур челлендж. Да, погнали. О, лестница, брат. О, лестница, ты что делаешь? Куда пошел? Мальчик! Ладно, погнали, да ладно, пойдем, братан. Не будем терять зря время, потому что у нас тут космический корабль. Космический корабль из кирпича. Ладно, бро. Мы сегодня залезем, нет? А, ты самый низ? Есть ступенек. Да ты, братан, стоп! Я чуть не упал вниз! Оу, иди ко мне, иди ко мне, тут капец, короче, братан, раз, два, три, кавабанга, я упал, вау, ТВ, телек, в смысле, братан, офигеть, нужно искать какие-то подсказки, да, включай самый крутой канал в мире, точнее, два, Овершоу и Фоня, тут кнопка, брат, я нажал. Так, смотри, у опа! Меня, о! Я нажал кнопку, братан! И походу это что? Подсказка: зеленый, красный и синий. Вот там вот кнопка в кустах. Интересно. Вот, короче, прямо вот здесь, где я стою, вниз, смотри. Вот залазь ко мне, и внизу будет кнопка, братан. Это чисто какой-то капустик. Да, ты прям нашел, да, все там. Вот, смотри, по идее, надо нажать зеленый, красный, синий. Ребят! Зеленый, красный, синий. А если бы не нашли подсказку? Что бы мы делали?
Так, ну, я бы на фиолетовый этому, типа, а где типа синий, братан? А какой из этого синий? Тут столько синих, вот это синий, вот это синий или вот это? О, да-да, что-то мы нажали, подожди. Вот так. Все, мы открыли. Все, мы открыли дверь. Вот. Открыли дверь? Вот, бро, или у тебя рассинхрон? Ну, а вот тут, беги, короче, вот ко мне, видишь, я вот стою. Еще правее, нет, тут у меня в другом месте стоишь, братишка. Вот, ты попал в дверь. Красава, я что-то нажал. Дверь, а дальше куда? Все, а дальше прямо, брат, беги прямо, а дальше, беги. А тут дальше, финиш. Дальше тут финиш, а мы прошли. А тут как раз да? Вовремя у нас, друзья, да, все заглючило. А финиширил я или ты? Да я, походу я забежал, может быть и ты, но мы вместе забежали. Но ты тоже был в этой комнате, братан. Ну и что ж, ребят, вот такой вот побег, я даже не знаю. Давайте, пускай это будет космический корабль, ребят, потому что действительно было загадочно и круто. Ну что ж, на этом наш ролик заканчивается. Обязательно подписывайтесь на все наш канал, ссылочка на канал Андрея ищите в описании, подписывайтесь на его канал. В описании также вот ссылочки на наши социальные сети, ВК, Инстаграм, все дела, обязательно туда подписывайтесь. Не забывайте на наших каналах нажимать на колокольчик, ставить большие пальцы вверх и оставлять это много важно. Положительных комментариев. Да, друзья, нам будет безумно приятно. Ну а с вами по-прежнему были Овер и Фони. Мы желаем всем всего самого наилучшего, друзья. Не болейте, хорошего настроения, успехов, хорошей погоды и пока-пока! Всем пока, ребята!